Всем привет, с вами Александр. Решил я продолжить играть в мод Эпилог. Не знаю, пока особых эмоций не вызывает он у меня. Посмотрим. Давайте попробуем дойдем до бара. Может, там что-то интересное нас ждет. Так, полутаяли, все, выкину лишнее. Тут в оригинале костюм лежал, тут и остался. Идем оригинал, только путь наоборот. Засвистели пули. Один готов. Химера. Химера — это серьезный противник. Кстати, еще наемники. Здесь, я помню, должно фонить. Ну, по крайней мере, в оригинале так было. Так, кровосос бежит на нас. Кто взял? Так, снайперов, походу, побили мутанты. Продолжаем двигаться к бару. Так, здесь тоже фон. Фон, военные мертвые. Снайпер на вышке. Так, надо скинуть лишнее. Жалко, жалко, снайперский винтовок будет выбрать. Слева в домике должны быть аптечки. Да, вот они есть здесь. Так, кто у нас?
Так. А там у нас все дебиганы. Посмотрим, что у нас происходит на барьере. Так, здесь тоже монстры летуют. Еще одна химера. Отлично. Получи гранату. Пожалуй, выброшу себе хотя бы. Он мне и так перегруз. Так, военные воюют с кровососом. Не знаю, это, наверное, особенность мода такая. Или я косой. Кровососа не убиваем. Наконец-то. Помочь в уничтожении монолита. Давайте поможем. Получи гранату, гад! Я тебя достану! Они сами вроде неплохо справляются. Где вы? Где вы? Еще не заспаунились. Ну, есть. Так, наш уже там. Там много их настреляли. Пустите... Пустите меня, там много трупов. Они сами справились. Не хотят пускать. Так, а задание еще
у нас не выполнен. Да, не выполнено. Кого-то еще не добили. О, теперь наших перестреляли. Ага, отлично, задание выполнено. Похоже, точно эта игра сломана. Или я ее сломал. Да, мы выполнили. Получили 6000 с копейками. Ладно. Пойду я в бар. Посмотрим, что интересного нас ждет там. Кто-то на горе. Враг. Все не похоже. Что-то я пока никакой оригинальности мода не замечаю. Кроме визуальной составляющей. Кто-то с кем-то воюет. Ладно. Мы пока идем в бар. Добрались наконец-то. Чернобыля, вступайте в ряды долга. Опять Юра погиб. Лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Так, нам нужно скорее всего идти к бармену. Радиосигнал от него шел, который мы получали в Припяти. Поговорим с ним. Что?
еще. Эх, если кто помог. Монолитовцами до сих пор кто-то управляет. Никого они не пускают в Припять. Нужна информация, за ней нас отправляют к Сахарову. Ладно, ребят, всем спасибо. Если честно, мне мод показался неинтересным. Это лично мое мнение. Я думаю, что продолжать дальше играть в него не буду. Ну, мне просто неинтересно. Всем пока.